Для того, чтобы найти новую идеальную ведущую для передачи в городе 512, мы решили объединить фотографии старых ведущих Татьяны Мищенко и Яны Май. Кастинг на ведущую в городе 512. Проходите. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. У вас есть опыт работы на телевидении? Конечно. Не подходит, да? Мне не нравится. Почему тебе не нравится? Потому что человек красивее, чем я. А я очкарик такой же, как и вы. Мне нравится. Можно следующую участницу? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Как вы к нам добирались? На оленях утром ранним. Первый вопрос, который вы зададите. Дайте табуретку. Ну, на самом деле, это неправильный ответ. Шанс передачи на УТ-1 хорошая или плохая? Я не смотрю УТ-1. Это правильно. Правильный ответ. Какой канал смотрите? Телеканал Николаев. Мы вам перезвоним. Следующий, проходите, пожалуйста. Я уже боюсь. Следующая, проходите, пожалуйста. Следующая. Можно следующую участницу? А вы не посмеялись над его шуткой, поэтому... Следующая, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что умеете? Всего понемножку. Яичницу жарить умеете? А, конечно. Это идеальная телеведущая. Подходит. Вот и всегда, знаешь, хочется, чтобы девушка была такой немножечко с интригой такая вот. Так. Кто там? Проходите. Вот, я знал, где подвох. Следующий, пожалуйста. Слушай, что делать? Я не знаю. Ты знаешь, мне кажется, что уже проще реально выйти на улицу и сказать, кто хочет быть ведущим телеканала Николаев. Слушай, а может нет, может реально я? Как? Следующее. Я прошу прощения, а вы на кастинг? Нет, вы тут 10 часов уже сидите, мне студию нужно убирать. И вот немножечко... А что вы делаете в субботу вечером? В субботу вечером ничего. Нет, девушка, вы ошибаетесь. В субботу вечером вы ведете передачу в городе 512.